На прошлой неделе наш Чертковский район с рабочим визитом посетил губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев. Среди ряда социальных объектов, которые строились с участием решения власти, был и индивидуальный проект, доморощенный свой проект «Я живу в чистом поселке», представила губернатору глава администрации Чертковского сельского поселения Татьяна Безгина вместе с его участниками, чертковскими детьми. В прошлом видеорепортаже мы рассказали о встрече главы региона с участниками проекта, а сегодня решили у самих ребят узнать, какие впечатления остались у них после встречи с губернатором. Встретились с ними в обычной обстановке, на уборке парка, куда они приходят регулярно по своему желанию подметать, красить, сгребать сухую траву. Очень мило с ним побеседовали, узнали много нового друг о друге. Губернатор о проекте «Мы о нем», что он Шолоховского района. Впечатления очень хорошие. Еще, мне кажется, что губернатор понравился бы Чуткова. Было очень нервно, потому что я чувствовала себя как-то не по себе, то, что я встретился с таким важным человеком. Немного боялся, но в итоге эта боязнь потерялась, можно так сказать. И мне понравилось. Встреча с губернатором, в общем говоря, вышла отлично.